Виталий, приветствую тебя. Наш второй эфир за неделю, традиционная встреча для среды. И, конечно же, мы снова говорим о рыночных событиях, о движениях, о самом интересном, о нашем видении рынка, о технике, о фундаменте и делимся, что нам удалось и удается найти самого интересного с теми, кто следит за нашим с тобой контентом. Друзья, большое всем спасибо, кто смотрит, кто ставит лайки. Это всегда приятно. Ждем большего фидбэка от вас. Можете писать комментарии, оставлять ваши пожелания, конструктивную критику. У вас есть такая возможность. Пользуйтесь ею, потому что обратная связь со стороны аудитории, для которой готовится собственный контент, она всегда важна и критически необходима. Виталий, ну что, давай тогда к нашим с тобой старым добрым идеям, которые мы озвучивали на прошлой неделе. Опять все вертелось и продолжает вращаться вокруг американской валюты, а доллар, в свою очередь, топчется вокруг действий Федрезерва, которые остаются в подвешенном состоянии. Я имею в виду потенциальное сокращение программы количественного смягчения, отказ от экономических стимулов. Можем даже сразу демонстрацию экрана. Индекс доллара, друзья, сейчас находится на отметке 93.06. Как вы знаете, я в коротких позициях и полагаю, что вот этот диапазон 93.20 и, может быть, даже пониже 92.50, скажем так, он останется в силе вплоть до Джексон-Холла, потому что те решения, которые все-таки могут быть приняты Федрезервом, которые могут оказать серьезное влияние на трендовую динамику и даже окончательно, например, сломить тренд, либо убедить тех, кто еще сомневается, я имею в виду тех игроков, которые хотят было бы продать доллар, но еще не уверены в позиции регулятора относительно того, что он продолжит также активно стимулировать экономику, как сейчас. Все будет вот в таком состоянии, подвешенном до симпозиума, но на следующей неделе ситуация уже прояснится. И ровно через неделю, когда мы с Виталием в очередной раз соберемся в понедельник, у нас будет возможность уже по горячим следам разобрать последствия этого важного события и вновь крупными мазками взглянуть на будущие тенденции американской валюты. До тех пор, пока я лично, как участник рынка, не услышал конкретику от Федрезерва относительно вот срока сворачивания программы количественного смягчения, я буду отстаивать идею того, что индекс доллара может оказаться слабее. В целом, по индексу американской валюты я сохраняю свою прошлую сделку и жду снижения вплоть до Джексон-Холла. Так, дальше. Британская валюта, которую я покупал, но, к сожалению, фунт все-таки улетел ниже, была локальная возможность, когда мы отросли выше уровня открытия ордера до уровня 1.3877, закрыться по безубытку, но я, признаться, не стал этого делать. Я думаю, что все-таки разворот по фунту последует. Даже тот блок данных, который мы получили, это по рынку труда, уровень безработицы снизился, но там были определенные комментарии негативные со стороны экспертов к динамике роста рабочих мест и именно к показателям там пособий по безработице. И есть идея, что ситуация с рынком труда в Англии через месяц ухудшится, потому что как раз в этом месяце заканчивается действие программы субсидирования безработных. Но там уже будет видно. Короче, сделка по фунту была закрыта по стоп-лоссу на отметке 1.3750. Пока что, честно говоря, нет идей, как и что может быть дальше с британской валютой. Ну, а может быть, это и нормально, когда я, как, наверное, как и все участники рынка, сейчас в преддверии, в ожидании столь важного фундаментального события, как симпозиум Джексон-Холла, и может быть, даже не лишним будет все-таки воздержаться какой-то дополнительной торговой активности и дождаться более ясной картины по рынку. Золото, которое я рекомендовал покупать с целями $1800 за тройскую унцию, оно практически добило до этого целевого значения. Сейчас котировки 1791. Я не сомневаюсь, что мы увидим 1800 и повыше. Тем более, что сейчас еще и
вот эта политическая нестабильность в Центральной Азии, это фактор поддержки именно рынка драгоценных металлов. В целом золото еще растет из-за низких показателей доходности американских облигаций. И ты знаешь, вот, кстати, если вернуться к динамике доллара, который вырос вчера, и соотнести рост доллара с макроэкономическим фоном, вчера же был очень важный отчет по розничным продажам, который сильно разочаровал. Если бы все-таки сейчас рынок больше работал с идеей, например, того, как и что может произойти с политикой Федрезерва, то вот этот слабый отчет в нормальных условиях мог бы спровоцировать еще большее снижение курса американского доллара. Но снижение доллара не последовало, может быть, по той причине, что сейчас на рынке в целом, в основном из-за ковидной обстановки, наблюдается такой рисков, выход из риска и повышенный спрос на защиту. Ну, да, вот сейчас вот в Китае, да, я слышал, там какой-то один порт закрыли, такой крупный, который по грузоперевозкам. Тоже там, да еще два порта каких-то, тоже там сильные ограничения. Да. Ну да, в связи с тоже там распространением каким-то в Китае, но как оно там на самом деле происходит, что там внутри страны, эта страна, так скажем, частично закрыта для такой публичной информации, есть там какие-то пробелы, но есть вот эти риски, как ты отмечаешь, с ковидом, плюс тот же в Новой Зеландии, да, я думаю, уже многие слышали, нашли на всю страну одного человека, который заболел и, скажем, закрыли ее, так скажем, частично, поэтому... Да, Азиатско-Тихоокеанский регион сейчас находится в самом, мне кажется, уязвимом состоянии, и ты прав по поводу Новой Зеландии. Новая Зеландия также, на мой взгляд, проводит политику нулевой терпимости, как Китай, один случай, казалось бы, что такое один случай, но введены не просто ограничения даже, а четвертый уровень, кажется, максимальный уровень 2020 года. Поэтому вот сегодня, кстати, одна из идей будет по новозеландцу в свете неоправданных рыночных ожиданий того, что Резервный банк Новой Зеландии не стал менять процентную ставку сегодня, хотя мог бы ее повысить. Короче, если вернуться к золоту, здесь ставка за лонг сохраняется. Рынок нефти я Brent рекомендовал шортить через окошко своего лимита 69.50 в моменте. Этот ордер приносил очень хороший профит, поскольку нефть провалилась до уровня 68.13, но, к сожалению, последовало восстановление, и я принял решение пока что по безубытку выйти. В целом, я шортист дальше, как бы, во взгляд по рынку нефти, потому что вот только что мы подчеркнули риск ковида, который негативно сказывается на перспективах экономического роста, страдает спрос, конечно же, и падают ожидания того, что баланс между спросом и предложением сохранится. Но новых сделок я пока давать не буду. И сегодня хотел бы обратить ваше внимание на то, что происходит с новозеландским долларом, который бьет рекорды по волатильности. Обычно это не такой уж и подвижный дуэт активов, но сейчас фон крайне интересный. Буквально до вчерашнего дня все были абсолютно уверены, что сегодня Резервный банк Новой Зеландии повысит процентную ставку. Ожидания в календаре были ее повышение на 0,5%, и все говорили, что Резервный банк Новой Зеландии станет первым регулятором среди развитых стран. Но, как ты правильно отметил, буквально вчера за день до заседания власти Новой Зеландии приняли решение фактически закрыть страну, что ввести ограничения тут же заставило Резервный банк Новой Зеландии отказаться от своих планов и пока что повременить с ужесточением денежно-кредитной политики. Сейчас уже хватает достаточно скептиков, в том числе и такие пессимистичные прогнозы от инвестбанков, что Новая Зеландия совершила ошибку, введя такие ограничения. Тут же пересматриваются уже прогнозы по экономическому росту. Следующее, кстати, заседание, на котором может быть принято решение, это уже октябрьское по Новой Зеландии. То есть фактически на теме ужесточения политики сейчас спекулировать новозеландцам уже не удастся. И поскольку мы помним, что точно так же вот развивались события в Австралии, когда были приняты решения об ограничениях, но, к сожалению, быстро подавить распространение инфекции не удалось, и австралийцы оказались в таком затяжном тренде, потому что все это сказывалось на экономике. Австралийская экономика до сих пор теряет по несколько миллиардов австралийских долларов в день из-за того, что действуют ограничения. Я также негативно смотрю теперь на новозеландца, и здесь предлагаю сделку 0,6980. Это sell limit, stop loss 0,7050, и ждем пару в районе 0,67.
Виталий, слово тебе. Так, ну давайте пройдемся по тем идеям, которые я в прошлый раз озвучивал. Я, в принципе, работал, в основном это валютные пары, работал на рост доллара, точнее, работал с сырьевыми валютными парами, это австралийский доллар, канадский доллар, советовал их на усиление доллара. Давайте это канадский доллар, начнем с него. Итак, видно рабочий экран? Да, уже все видно. Итак, данную валютную пару я советовал покупать в понедельник, также еще на прошлой неделе в среду, кто смотрел. Покупки были где-то в районе 1.25, там, 30, 40, то есть мы вот в среду торговались где-то в этом диапазоне. То же самое на прошлой неделе, когда я советовал покупать. Тоже, ну, в принципе, на том же уровне мы находились. В принципе, пара неплохо выросла, да, сделала такие два дня хорошего роста. Почему называлась покупка данной пары по сравнению с другими парами, такими как индекс доллара, да? Здесь было видно хорошее накопление, хороший паттерн, модель для покупки данного актива. Мы неплохо отросли. Я уже зафиксировал своим подписчикам данную валютную пару. В принципе, дальше я, скажем, склоняюсь к росту по данному активу. Пока точек входа по нему я не вижу, буду ждать. То есть у нас сегодня среда, четверг, пятница. Возможно, до конца недели что-то мы отрисуем, но пока я за рост. Кто ранее покупал данный инструмент, можно часть закрыть. Да, на текущий неплохой плюс. Часть оставить без убытки и, скажем, ожидать дальнейшего роста. При новых каких-то точках входа я их буду, возможно, озвучивать на следующих обзорах или в канале торговых сигналов. Поэтому ждем. Дальше была также рекомендация на понижение валютные пары австралийский доллар против американского доллара. Мы здесь тоже неплохо отпадали. То есть советовал я данную пару покупать на пробой уровня. Тоже я ее транслировал еще в прошлую среду, и в данный понедельник я подтвердил свою идею на шорт. То есть на пробой вот здесь была очень хорошая база поддержки. То есть тренд у нас шортовый. Видно, что здесь вот это накопление, которое было практически в течение месяца в сумме, да, оно было, с моей точки зрения, скорее шортовое. Как видим, оказался прав. Мы пробили уровень поддержки. Лимитка была sell stop 0.7320. Тоже неплохо ушли вниз. Аналогично я продавал со своими подписчиками пару повыше. То есть были неплохие точки захода. Кто шортил данный инструмент, возможно, часть закрыть, часть оставить без убытки и дальше уже посмотреть. Пока новых точек входа я не вижу, нужно подождать аналогично, но новый какой-то паттерн, который сформируется по данному активу. Также еще я говорил о новозеландском долларе, в принципе, о снижении, каких-то конкретных рекомендаций не давал, но говорил, что возможно его рассматривать на шорт. Его я шортил, давал рекомендацию своим подписчикам в закрытом канале. Как мы видим, еще до, скажем, четвертого уровня опасности в Новой Зеландии, нахождение до этого зараженного, из-за которого закрывается экономика страны, из-за которого потом будут страдать средний, малый бизнес. И это очень негативно повлияет на экономику. Я думаю, что это, скажем, плохо отразится в большей степени не только на валютной паре, да, еще на населении и на экономике. Поэтому прежде нужно думать, да, странам, что делать. Тоже неплохо шортили где-то мы с ребятами в районе там 0.7020, то есть прокатились неплохо вниз,
Пока зафиксировали профит, тоже ждем. В принципе, я согласен с твоей идеей на снижение, но тоже вот после вот такого сильного снижения хочется здесь тоже формирование нового паттерна модели. То есть вот как-то вот так. Дальше. Что еще было? Был индекс доллара. Я в прошлый раз говорил, что я за лонг по данному инструменту, да, в принципе, вне зависимости, что там, какая монетарная политика Федрезерва, будут они сворачивать, не будут. То есть я уже практически второй-третий месяц покупаю данный инструмент. В прошлый раз говорил за лонг, возможно, купить там 92.50, но конкретные рекомендации, я так сказал, кто хочет, может купить, потому что нужно что-то подождать. Сам лично данный инструмент не покупал, но с ребятами, с подписчиками шортили евро-доллар вчера, вот как раз перед новостями по розничным продажам. Вот ты тоже отметил, что розничные продажи вышли плохие, да, но доллар, скажем, показал почему-то рост, да, то есть как-то алогично, да, повел себя рынок. Возможно, это в связи с, скажем, вот такими новостями по ковиду, да, и не только по ковиду, возможно, еще многие видят риски в той ситуации, которая происходит сейчас в Афганистане, да, вышли войска США, то есть там сейчас идет такое, там по новостям крутят такие разные вещи, но посмотрим, чем это закончится. Есть там, конечно, вот хотел отметить, вот вчера, ну, скажем, я там никого не поддерживаю, никого не против, но есть один момент, который новая власть, которая пришла в Афганистане, она приняла там некоторые законы или что там, ну, и что мне понравилось, это сейчас я себе вчера заскринил, очень интересный момент, который нужно принять во всем, ну, вот этот шаг сделать для всего мира, это запретили, ну, как мы знаем, в некоторых исламских странах это запрещен судный процент на всей территории ИА, все долги по процентам аннулируются, да, то есть это шаг очень хороший со стороны новой власти Афганистана. Почему я это говорю? Вот есть там, скажем, в истории, это было, я не помню, это было во всем мире или это было в странах таких, как Израиль, еще там несколько тысяч лет назад, когда списывали каждые 50 лет долги, то есть населению. Почему? Потому что если не списывать долг населению или там бизнесу, то это приводит к, ну, плохим, нету развития, потому что долг, он накапливается, новые долги набираются, и, скажем, это все негативно складывается. Нужно через каждые хотя бы там 20, 30, 50 лет списывать все долги. В таком случае экономика будет запускаться по новому витку. На сегодня, что бы я хотел сказать из рекомендаций, пока я нахожусь сам вне рынка, скажем, удерживаем еще там часть евро, есть рискованный момент, это покупки доллара против швейцарского франка. Конечно, здесь еще полностью не сформировался паттерн на дневном графике. Мы вчера рискованно купили на минимумах, сейчас без убытки сидим с подписчиками. Можно купить с текущих, это 0.91, там 30-35 текущая цена. Если будет там ниже, 0.91.25, возможно, тоже купить. С целями там 92.50 и, возможно, выше. Почему я так вижу? Возможно, у нас по доллар-франку, вот, конечно, ситуация такая сложная, но видно, что в июне прошел импульс наверх, да, видно, что импульс прошел в начале августа. Конечно, очень сильная коррекция была, она мне чуть-чуть не нравится. Если мы сегодня дневочку закроем, скажем, в таком формате, как пин-бар, он примерно как было вот здесь, что-то вот здесь на примере, то я сам лично буду там советовать
ребятам дальше докупиться по данному активу, возможно, буду смотреть уже по факту там, на часовом там фрейме, но так как у нас текущий момент, могу посоветовать купить его сейчас со стоп-лоссом за вчерашний минимум, это получается, ну, где-то на отметке там 0.90-90, да. Обязательно стоп-лосс ставить, потому что здесь могут даже посильнее провалиться. Как-то вот так. По нефти, в принципе, с тобой частично согласен, что там, скорее всего, шорт будет, но сейчас тоже там нужно что-то там, чтобы больше проторговались, так как вот хотя бы сегодня какую-то откатную дневку, ну, по идее, должны провалиться, обновить вот эти минимумы. Возможно, еще повыше уйдем, то есть в таком формате. Ну и, в принципе, все. Пока одна рекомендация, это на рост доллара против франка. По другим активам пока вне рынка, то есть австрийский доллар, новозеландский, канадский доллар, ждем новых каких-то коррекций и формирования новых паттернов, чтобы проторговались и потом, возможно, на усиление дальше доллара по данным активам. Неплохо уже отработались, поэтому на этой неделе практически по всем валютным парам, это евро, франк, новозеландский, австралийский, канадский доллар, мы торговали с ребятами, и подписчики очень хорошо заработали. Ну, кроме там фунт не торговали, были идеи там какие-то, но мы их не входили. Индекс доллара аналогично. Вот как-то вот так. Спасибо тебе, Виталий. Ну что, следим за рынками. Соответственно, следующая встреча у нас в понедельник. Подведем итоги. Сегодня на повестке, кстати, еще экономического календаря протоколы тоже. Учтите, друзья, события обычно являются катализатором волатильности. То есть традиционно, как всегда, контролируйте риски, следите за загрузкой ваших депозитов. Виталий, тебе еще более результативного закрытия недели и классных выходных. И до скорой встречи. Все, удачи, пока. Спасибо, пока.